Вот уже на протяжении 15 лет мясокомбинат «Камский бекон» сохраняет лидерские позиции на рынке мясных товаров, заявляя о себе как о солидном предприятии и надежном партнере. На сегодняшний день на предприятии производится около 3 тонн колбасных изделий. Это вареные и полукопченые колбасы, сосиски и другие мясные деликатесы. Вся продукция проходит строгую проверку по различным параметрам. Мы определяем несколько параметров. Это первое – влажность, второе – зольность. И самое главное и самое простое это органолептический анализ. Более серьезные анализы у нас заключен договор с Нефтекамской пищевой лабораторией, где проверяют уже более серьезные на соли тяжелых металлов, на пестициды, на бактерии, на кишечную палочку. И прочее. Все о производстве колбас могли узнать школьники, которым была организована экскурсия по предприятию. Учащиеся прошли по разным цехам, увидели своими глазами, как производятся любимые всеми мясными изделия, понаблюдали за работой специалистов и узнали о тонкостях приготовления продукции мясокомбината. В нашей школе в январе месяце проходит профориентация, и мы, ученики 9 класса, должны уже определиться со своей будущей профессией. Сегодня мы ходили в мясокомбинат «Камский бекон». Только что мы продегустировали, чай попили. Вот. Ходили в разные кабинеты, смотрели все, как делается. Экскурсия была запланирована преподавателями и учащимися в рамках профориентационной работы. По мнению педагогов и специалистов предприятия, такие мероприятия направлены на то, чтобы помочь школьникам реализоваться в будущем, а также привлечь их внимание к работе на производстве. Сегодня мы пригласили в гости школьников, 9 класс, буквально совсем еще молодые. Им предстоит выбрать свою дальнейшую судьбу, свою дальнейшую работу. Конечно же, очень хотелось бы, чтобы к нам тоже кто-то из них пришел, потому что на сегодня день. Часть нашего коллектива через какое-то время уйдет на пенсию. Это, конечно, все первоклассные специалисты. И очень хотелось бы, чтобы и из этих молодых людей тоже выросли такие же первоклассные специалисты. Они нам очень нужны на производстве. На мясокомбинате востребованы такие профессии, как технолог, лаборант, обвальщик мяса, упаковщик, формовщик колбасных изделий и многие другие. Возможно, в недалеком будущем кто-то из этих молодых людей придет работать на предприятии в качестве востребованного специалиста. Светлана Абдуллина, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».